Продолжаем выпуск. Жители нового района близ Актобе четвертый год добиваются благ цивилизации. Массив активно застраивается. Сейчас здесь живут около полусотни семей, но о комфорте приходится только мечтать. В районе до сих пор не построили дорогу и не провели питьевую воду. И, судя по словам чиновников, ждать коммунальных удобств придется еще долго. Ольга Литвина продолжит. Участки в районе Жанаконес-4 людям стали выдавать в 2018 году. Сейчас здесь живет около 50 семей. Из благ цивилизации только свет и газ. А вот дороги и питьевая вода до сих пор остаются для местных роскошью. Весной и осенью дорога больше напоминает полосу препятствий. В непроходимой грязи вязнут даже внедорожники. Там грязь легковая, не говоря, не легковая, даже вот джипы и то не проедут, вездеходы. Оставляем машины все на этих... вдоль трассы, и вот всю ночь переживаешь, как там будет. Со своими проблемами люди не раз обращались к местным властям, но конкретного ответа так и не получили. Сегодня возмущенные жители сами приехали в городской акимат, чтобы потребовать от чиновников объяснений. На сегодняшний день у нас проблема получается проезжая часть в самом поселке и питьевая вода, Ахкулах, да? Теперь мы в прошлом году газ выбивали своими силами, то есть просили, так же как попрошайки просим у них. На нас вообще внимания не обращают. Разве участки, когда выдаются, коммуникации должны быть проведены, свет, газ, все как положено. Человек пришел, получил все и заселился. В этом году дорогу внутри жилого массива выровняют, а позже приступят к асфальтированию. Правда, конкретных сроков в городском отделе ЖКХ так и не назвали. В плане у нас сейчас проводятся работы по проектированию жилых массивов. И Жанаконес-4 тоже будет проведена работа по проектированию. Это комплексный план проектирования, то есть это охват дорожного полотна, асфальтово-бетонное покрытие, тротуары, освещение. Та же ситуация с водоснабжением района. Сейчас разрабатывается проект. На разработку и прохождение всех экспертиз уйдет еще около 5 месяцев. Когда проект все же начнут воплощать в жизнь, пока не ясно. Ольга Литвина, Нуркен Джалмухан, Астана Таймс, Актобе.